I'm Taya from Ukraine and welcome to my channel again. Maybe this is the most wanted video on my channel about mysterious country, Soviet Union. This is my dad, Igor. Hi everybody. He can speak some English and we are going to interview him about life in Soviet Union. We're going to speak in Russian. So, let's start our interview. Давай начнем с того, что мы будем говорить в основном про 70-е и 80-е, когда твоя молодость, правильно? Да. Да. Потому что Советский Союз был как бы, ну, разный в зависимости от того, от времени и того, кто был лидером. Итак, давай начнем с того, как по цепочке. Человек рождается в Советском Союзе, идет в детский садик, правильно? Совершенно верно. Как и везде. Да. Потом идет в школу. В школу. Сколько лет? В 7 лет. Но я пошел в 6, потому что я рожден в конце сентября. В детском саду меня мама перевела одновременно. Я за один год среднюю группу прошел, а потом старшую, чтобы уйти в школу со своими ровесниками. Какие вы предметы изучали в школе? Ну, первый-третий класс – это был сначала букварь, а потом русский язык с первого класса, со второго класса – украинский язык. Такая была система образования, потому что Советский Союз был поделен на республики, и в каждой республике преподавали родной язык для этой республики. Поэтому в любой республике русский язык с первого класса, а язык этой республики со второго. Общие предметы, как ну, и да, все общие. Математика, физика. Или с пятого, или с шестого класса началась. Химия с седьмого. История с пятого класса. История древних миров, средних веков, ну и так далее. И еще всех интересует английский язык. Английский язык с пятого класса. Был все-таки, да. Потому был. Что сейчас английский язык мы изучаем с садика. Там первые слова. Cat, dog, frog, my name is. Не обязательно английский, ну, в основном, конечно, английский. Да. На втором месте французский, на третьем немецкий. Вот это сейчас то же самое. Три иностранных языка, которые изучали. Мы учились 10 лет. Десятилетка. После восьмого класса был первый выпуск. Кто не хотел дальше продолжать образование, шли в так называемые профессионально-технические учебные. Или в техникумы. Причем в техникум можно было идти как после восьмого класса. Тогда ты учился в техникуме 4 года. 2 года ты как бы за школу 9-10 класс. И 2 года это уже был чисто профессионально. Или после 10 класса, тогда ты учился 2 года. Ну, иногда 3, если там сложность в техникуме. Я поступил в техникум. Я после уехал. 8-го? Не, я после 10-го. Я после 10-го, да. Я уехал в Ровно. Хоть я был рожден на Донбассе, я уехал в Ровно к сестре родной. Там я поступил в техникум, который 2 года проучился. И получил так называемое среднетехническое образование. Ну, а после окончания техникума меня призвали в армию. По идее, в армию призывали с 18 лет. После, будь ты в техникуме, будь ты в институте, первый курс закончил и призывали в армию. Ну, что-то там в военкомате не разобрались. Во всяком случае, мне это было в плюс. Ну, мне дали закончить на одном, как говорится, потоке. Армия была обязательна, да? Да, армия обязательна. Давали освобождение от армии у тех, у кого были серьезные проблемы со здоровьем. Ну да. А если дети? У меня, например, зрение не считалось. Мне подобрали такую специальность, где зрение не мешало. Давали отсрочку за ребенка, давали отсрочку, по-моему, 2 года. А если у тебя двое детей, то тогда ты имел право уволиться. А, вообще, то есть не служить? Да. Когда я был в армии в учебной части, у нас там сержант, ну, он был мой одногодка, получается, потому что я же позже пришел в армию. Ага. Да, у него родился второй ребенок, и он оформлял документ на увольнение из рядов вооруженных сил. Что отличало именно Советский Союз от других стран? Угу. Когда ты приходил в школу, ты обязан был вступить в ряды октябрят. Ага.
Ну да, я что не знаю. Да. Я ж уже I was born already in independent Ukraine, so I kind of know as much as you basically information. Почему советский строй называли тоталитарным? Потому что это был тотальный контроль государства над своими гражданами. Ну это все, я думаю, знают. Поэтому ты приходил в первый класс, хочешь ты или не хочешь, все были поголовно октябрятами. Это вот эти вот пионерские песни? Нет, дальше мы вообще дойдем до пионеров. Это с первого по или третий, или четвертый класс. Ну и что вы там делали? Октябрята носили специальные значки в виде пятиконечной звезды. Ну, я думаю, ты сейчас в Ютубе можешь найти. Ага. А там был портрет молодого Ленина, когда он еще был Володя Ульянов. Что именно вы делали, кроме как носили значков? Ну, честно говоря, ничего. Да, ну, призывали нас какие-то читать стихи про Ленина, про Октябрьскую революцию. Следующий этап – это пионеры. А, ага. Пионеры носили галстуки специального цвета. Пионеры – это советский вариант, аналог скаутов. Угу. Но скауты – это добровольная организация. Был такой стих для поощрения пионеров. Галстук пионерский, береги его. Он ведь красного знамени цвета одного. Пионеров было приветствие специальное. На английском языке это вообще звучит, мне, например, очень нравится. А ну давай, хоп. Ну, на русском языке пионер надела Коммунистической партии Советского Союза, будь готов, всегда готов. Да, это же был пионерский салют. Но если это на английском языке произносить, ну, это просто великолепно. Pioneer for business of Communist Party Soviet Union. Be ready. Always ready. Yes, always ready, guys. Пионеры, как более взрослые, самостоятельные, участвовали в мероприятиях, полезных для школы, для государства. Это сдача макулатуры, сдача металлолома. Пионеры ходили в походы, кто какой организует. Uh-huh. Но мы тоже ходили в такие простенькие походы. Да, где костер. Особенно мы любили картошку печь в костре. Кроме того, существовала система оздоровления под названием «Пионерские лагеря». Летом там жили только пионеры. Пионеры или молодые комсомольцы. Я был один раз в этом лагере, мне очень не понравилось. Почему? Ну, во-первых, распорядок дня жесткий. Как, ну вот, аналог как казармы в армии. Ага. Все по расписанию. Во-вторых, нужно было входить в этой униформе, которую я терпеть не мог. Все ходят в одного цвета. У меня была альтернатива. Я любил ездить к тетке в село. Родителей нет. Нет никакого распорядка. Я свободный человек. Я там отдыхал не только физически, но и морально. Да, но и морально. Хотя ты родился в Донбассе, это русскоязычный район, но твои родители с Западной Украины. Да. Отец у меня с исторического района Галичина. А мама с исторического района Волынь. Ну, это для них очень сложно. Львив и Ров. Львив и Ривна, соответственно. И Ривна, да. Они приехали на Донбасс на заработки. На Донбассе не хватало рабочих рук. Там шло промышленный бум, соответственно, строительный бум. В сельских регионах был относительный переизбыток населения и рабочих рук. А на Донбассе, даже если ты ехал неквалифицированным работником, все равно можно было иметь относительно неплохую заработную плату. В Советском Союзе инженер имел зарплату 120 рублей, а рабочий от 180 и выше, в зависимости от тяжести и квалификации. Тот, кто работает руками, больше зарабатывает. Да, больше зарабатывал от того, кто зарабатывал умом. Поэтому он приехал на Донбасс. Мои крестные отцы, крестные матери, с кем контакты уже утеряны, но когда-то мы общались. Они приехали вместе, но не остались. Вот мои родители из всех, кого я когда-то лично знал или общался,
Никто не остался на Донбассе. А, все, то есть вернулись. Это да, вернулись, ну да, они заработали какой-то себе капитал, но в основном зарабатывали, чтобы купить собственный дом. А, очень интересная еще история, как они познакомились. Сибирь. А, в Сибири. Да, расскажи, пап, то люди знают, что Сибирь это там, где очень холодно, но это ж раньше был концлагерь. Очень холодно и очень далеко. Просто Сибирь и Дальний Восток, это был регион, куда ссылали на поселение. Человек, когда сидит в тюрьме, то его надо кормить, он не приносит пользы. Ну да, да. А в Сибири, да, были организованы трудовые лагеря. То есть человек сидит, но и одновременно работает. В основном на лесоповале. Оба моих родителей были сосланы в Сибирь советской властью за антисоветскую деятельность. Мама в 50-м году. У них хата была на отшибе села. И туда часто приходили повстанцы, rebels, Ukrainian rebels, для того, чтобы их накормили и обеспечили продуктами питания. Ну, а, вот. А эти, перебью, повстанцы, они устраивали митинги, типа, чтобы... Нет, они, что? Это была вооруженная борьба против советской власти. А, то есть они убивали тех, кто за каких-то верхушек? Глава сельсовета, милиционер. Ну, они ж не могли, естественно, это ж не профессиональная армия, это повстанческая, партизанская армия. Поэтому они могли убивать до того советских функционеров, до кого могли дотянуться. Да. Ну, в том числе убивали так называемых сексотов, секретных сотрудников. Угу. То есть это агенты НКВД, которые сдавали информацию против повстанцев. То есть она его накормила. Обслужила в 49-м году, на следующий год его, он попал в плен к частям НКВД, которые воевали с повстанцами, то он раскрыл места, где ему помогали. Ну и в том числе хату моих родителей. Таким образом, моя мама и моя бабушка, ее мама, бо они были вместе тогда, его обслуживали, отослали в Сибирь. Тетка непосредственно не обслуживала, ее оставили. Ну, она рассказывала, ее пытали в райотделе милиции, головой били об стену, рассказывая, что знаешь, т.д. и т.п. Ну, а что она могла знать, она еще тогда была относительным подростком. Потом ее выгнали на мороз, она кое-как добралась до хаты, ну и вела, никого уже нету. Их отец умер в 48-м году, в том числе от ран, полученных во время Второй мировой войны. Его призвали в 44-м году, в 45-м он вернулся. А отец, соответственно, он, я точно не знаю, в каком году его заслали в Сибирь, но он расклеивал по селу своему, где жил, антисоветские листовки. Его за это, да, его за это взяли. В доме его родителей нашли листовки, то, естественно, хоть он был тогда несовершеннолетний, вот в Сибири они и познакомились. Все знают, что в Советском Союзе жилось непросто. Какие, пап, основные были минусы, вот лично с твоей стороны? Ну, с моей главной минусы я не терпеть не мог вот эту советскую идеологическую установку. Фактически во многом в Советском Союзе было так называемое двоемыслие. То есть ты думаешь свое, но обязан говорить то, что нужно. Ну да, то, что они хотят. То, что нужно государству и коммунистической партии. Помню один эпизод. Я был в школе политинформатором. Каждую неделю по средам была перед уроками политическая информация. То есть я рассказывал о жизни в Советском Союзе и в мире. То есть я читал газеты. Поэтому я должен, это был самое ценное оттуда и выбрать и рассказать это своим, ну, ученикам своего класса в доступной форме. Тогда была Ирано-Иракская война. Я рассказывал немножко про эту войну. Ну и кроме информации, которую я черпал из советских газет, я добавил так называемую инсайдерскую информацию. Ну, это я тогда еще я не знал этого слова, это сейчас я так называю. Это была информация запрещенная. Ага, и где ты ее откопал? Ну, я интересовался некоторыми темами, читал зарубежные журналы военные, да, и одно время даже выписывал зарубежное военное обозрение. И там эта информация проскочила. Ну и плюс банальная логика, скажем так. Когда ты читаешь, что Советский Союз помогал Ираку в свое время,
когда Ирак объявил свою независимость. А тогда в Ираке правила социалистическая партия, то помогал, это значит, не просто инженеров туда присылал, чтобы строить плотины или какие-то гражданские сооружения. Понятно, что поставлял в оружие и советников. Вот я на политинформации сказал, что благодаря тому, что Советский Союз поставлял Ираку вооружение, он начал, а в первый период этой войны, да, Ирак начал наступать. Наш классный руководитель как услышал это? Где ты это начитался? Да, откуда ты взял эту информацию? Еще там этого нельзя. Не, ну что, это все было в классе. То есть это не так. Да, я получил предупреждение, что больше такого, чтобы больше такого не рассказывал. Ну, вот пример того, что вот нельзя было рассказывать. Свои мысли. Ну, давай расскажем теперь про, я думаю, всем будет интересно, что показывали по телевизору про другие страны, про Америку. Ну, вначале я должен сказать, что у нас в Украине было всего два телевизионных канала. Это один из Москвы вещал, общесоюзный, и наш... Он очень долго так и назывался, УТ-1. Там нужно было специально настраивать антенну, еще был один всесоюзный канал. Но он нас не шел, не ловил. Одно из немногих передач по советскому телевидению, которое я любил смотреть, это было, называлось «Международное обозрение». 45 минут, раз в неделю она шла, и там рассказывали про мир в капиталистических странах. Ну, естественно, этот мир рисовался исключительно черными красками. Ну да, все плохие, мы хорошие. Да, особенно упирали на безработицу, что в капиталистических странах безработица. Манипулировали с цифрами. А, забастовки, естественно, это же было любимое занятие пока. Раз забастовка, значит, они плохо живут, не доедают. Недополучают услуги, в том числе социальные услуги. Поэтому и недовольны. В Советском Союзе же не было забастовок. Значит, у нас все хорошо. Да. Я не помню, как его фамилия. Был какой-то американский общественный деятель. Ну, как у нас говорят, не с полна розуму. Он там очень долго голодал под Белым домом. Так в советском телевидении это чуть ли не онлайн показывали. Каждый день 3-5-минутный ролик обязательно был про это событие, про голодовку. Но потому что это длилось, по-моему, месяцев 9. А он там голодал, условно говоря, правильно. То есть он пил подсоленную воду и таким образом накопленные жиры, скажем так, использовал для того, чтобы поддерживать силы организма. Да. Кстати, должен сказать, что цветной телевизор в Советском Союзе был роскошью. Ну и до этого мы еще дойдем. А, мы еще отдельно поговорим. Да. Для советского человека это было нереально выехать куда-то за границу. Не, Советского Союза. На постоянное место жительства у нас выезжали евреи. Ну, так как я не еврей, поэтому я эту процедуру не знаю. Но путешествовать нельзя же было. Путешествовать можно было? Да, можно было. Но просто это не все могли позволить себе. Моя сестра, она ездила только по так называемым социалистическим странам. Да, она была в ГДР. Тогда Германия была разделена на две страны, она была в восточной части. Во-первых, ты должен был желательно быть членом КПСС, а если не член КПСС, то безупречную репутацию. Да, то есть ты не должен был сидевшим быть, не должен быть замечен в какой-либо антисоветской деятельности или агитации. Это же были очень большие скандалы, когда во время вот этих туристических поездок советские люди оставались на Западе. Это я уже сейчас знаю, тогда я этого не знал. Сейчас знаю, что в каждой такой туристической группе был агент КГБ, сотрудник КГБ, да, который контролировал, чтобы никто не сбежал. Возвращаемся к теме дефицита товаров. Что считалось просто лакшери, а что считалось нормальным? Давай я немножко видоизменю этот вопрос. Экономика больше. Да, мы более шире на это дело посмотрим. Вообще на экономическую модель в Советском Союзе. Это была так называемая плановая экономика. В Москве я занимал огромнейшее здание, по-моему, что-то 12 этажей. Только один орган, Госплан назывался, который планировал все и вся,
что кто производит, кто что потребляет. Госпланы советских республик, он им спускал цифры, и они на основе этого делали планы, госпланы своих республик. За недовыполнение плана очень были сильные взыскания, а за перевыполнение плана выдавались премии. Денежные разве? Да, в том числе и денежные. Да, в том числе. Да. Под эту плановую экономику цены были фиксированы, потому что цены точно так же планировались, как и объемы производства. Да, я перебью. Для меня до сих пор это шок, когда мама с папой всегда говорит: «О, я помню в Советском Союзе 23,60». Хотя сейчас цены меняются просто каждый год. Знаю. Ты, папа, говорил, по всему Советскому Союзу, в принципе, были фиксированы цены. Да, тоже. По всему Советскому Союзу. На многие товарные позиции цены не менялись практически десятилетия. Вот, допустим, цена на электроэнергию для частных потребителей была 4 копейки за киловатт. Ее как ввели после реформы денежной Хрущева в 1961 году, так до конца Советского Союза, 30 лет, была фиксированная цена 4 копейки за киловатт. Городской транспорт был минимум 20 лет, была единая цена. 3 копейки трамвай, 4 копейки троллейбус, 5 копеек автобус. Некоторые товарные позиции, в первую очередь социальной направленности, да, тут надо признать, цены были стабильные. Цены повышались в основном на топливо, на автомобили, на золото, телевизоры, холодильники. И система цен, она носила в некоторой степени, ну, можно даже сказать, социальный характер. Ну, и в том числе уравнительный характер. То есть максимально все должно быть одинаково у всех. Поддерживались низкие цены на услуги и на продукты питания. Но зато одежда, бытовая техника и так далее, это уже был, ну, практически чуть ли не предметы роскоши. Денежная масса и товарная масса не всегда между собой соотносились. Это я уже рассказываю как профессиональный экономист. Да, это в том числе мы потом в институте, на лекциях мы это рассматривали. То в рыночной экономике автоматически путем инфляции уравновешивает дисбалансы, и тогда цены приходят, денежная и товарная масса приходят в соответствие. В Советском Союзе, так как цены были фиксированы, то тогда шло движение за счет товарной массы. Возникал или переизбыток товаров, очень были товары, которые не было сбыта. Например? Да. Некоторые виды бытовой техники, на магнитофоны, радиоприемники, некоторые виды. Допустим, радиоприемники в Прибалтике – это был дефицит. Дефицит был более распространенное понятие для Советского Союза. Этого товара не хватало, и поэтому работники торговли или его припрятывали, и тогда распространяли по своим собственным каналам сбыта. За счет этого они приплюсовывали свой интерес к этой фиксированной цене, или же когда отдавали без денежного интереса, то тогда что-то хотели от этого человека взамен, который владел каким-то другим дефицитом. Ну, обмен был такой. Да, такой своеобразный обмен. Да. И забегая наперед, человек, который работал в торговле, это была суперпрофессия, у тебя был доступ к товарам, а особенно если это еда, то всегда будешь сытый, накормленный. Очень яркий пример – джинсы. Угу. В Советском Союзе это был большой дефицит. Причем они стоили даже по так называемой государственной цене очень недешево, 100 рублей. А если зарплата была средняя 100... Ну, 150-180. 150-180. Но это 100 рублей государственная цена. За государственную цену ты никогда джинсы не купишь. Я знаю, что в Донец, ну, на Донбассе, где я жил, цена колебалась от 150 до 180 рублей в зависимости от марки джинс и от цепочки посредников, которые возникали между тобой как покупателем и торговым работником. I want to ask about ban of foreign stuff. Ну, во-первых, в Советском Союзе были запрещены ксероксы. Не знала. Ксероксы, хотя они уже тогда были на Западе, но в Советском Союзе ксероксы были запрещены для того, чтобы не популяризировать. Не, да.
не могли подпольно какую-то запрещенную литературу производить. Музыку запрещено, ну, был несколько лет, когда реально была музыка под запретом, но просто ее не популяризовали по телевидению, естественно, показывали только западную эстраду. Никакого там рока, никакого андерграунда. Но запрещали только несколько лет, да, это, по-моему, было при Андропове, когда Андропов стал во главе Советского Союза. Да, под запрет там попало практически все. Причем даже Pink Floyd попал под запрет из-за того, что у них в альбоме, по-моему, 82-го года, были такие слова, что композиция была, начиналась с того, что Тэтчер захватила Фолкленды, а Брежнев захватил Афганистан. Естественно. Person non grata. Да, под запрет попал не только этот альбом, а весь Pink Floyd. Даже весь Pink Floyd, который вроде бы как был, не должен отторгаться, был, допустим, от такой группы, как Kiss. Kiss была особенно ненавистная группа в Советском Союзе. Да, потому что окончание СС там они стилизировали как вот такие немецкие руны. А это ассоциировалось с Рейхом. А у нас же борьба с Рейхом была. Да. Музыку мы могли слушать. Ну, тогда же были кассеты. Только-только появились. Но в основном мы покупали импортные кассеты. Советские кассеты было очень низкое качество. Ну, немецкие и японские в основном. Были такие системы в звукозаписи, куда ты приходишь и даешь свою чистую кассету и заказываешь, ну, по каталогу заказываешь. А что было популярно? Какие группы были популярны? Западные? Была популярна Абба и Бонием. Все знали? Да, все знали, чуть ли не у всех. Ну, тогда еще были не кассеты, были бобинные магнитофоны. Практически у всех. Особенно в Бонием, это было, можно сказать, Бонием-мания. Несколько лет, в начале 80-х, популярна итальянская эстрада. Весь Советский Союз слушал итальянскую эстраду. Да, Тото Кутуньо, Рикки и Повери, Пупо, Андриано Челентано, ну и так далее. После спада моды на итальянскую эстраду было несколько лет мода на Modern Talking. Это немецкая группа попсовая. Я даже такой знаю, да. Да, вот, было супер популярно. А были там еще Bad Boys Blue, Сиси Кетч. Они были популярны, но они не были number one. В стилях рока практически ничего не менялось, ну, не менялось в любви к року. Кто любил AC/DC, вот свое направление. Кто любил Deep Purple, вот свое направление. А индийские фильмы, кстати, еще были популярны в Советском Союзе. Да, это вообще странный факт, но... Были популярны. Ну, естественно, они шли только в кинотеатрах. Помню, был супер популярный фильм «Зита и Гита». Я сам тоже на него ходил в кинотеатр. А по телеку сериалы не показывали, да? Были мини-советские сериалы, несколько серий, это уже считался сериал. Не советские, я имею в виду зарубежные сериалы, не показывали? Нет, не показывали. Понятно, только кино. Да, в основном только фильмы и такие небольшие. А сериал вот это на от 50 и выше серий, то вообще не знали, что это такое. В Советском Союзе еще тогда не снимали вот этих слезливых сериалов, а-ля «Мексика» и «Бразилия». И эти сериалы не показывали. Еще. Первый, помню, бразильский сериал «Рабыня Изаура». В 89-м году я уже вернулся с армии. Я в это время работал до поступления института. Когда показывали «Рабыню Изауру», улицы советских городов становились пустынными. Я смотрел. Ну, все смотрели. Все смотрели. Ну да, первый раз было же интересно. Ну да, интересно, да. Чем она дальше закончится. Thank you guys for watching this video. I hope it was interesting, and I know we haven't covered all topics, so if you want, I will make a part two with my dad, and he'll be happy to answer your questions. And also, I want to make an interview about 90s. I think it worth mentioning, because most of people may think that after Ukraine got independence and other countries too, they became rich and successful immediately. No, it was hungry 90s, we call it, and it was very hard times. So if you're interested too, please vote in comments below. I wish you all the best. Bye-bye. Пока-пока. Bye.